Шуба-дуба-дуба-пада-па-па. Е-е-е. Всем добра, дорогие друзья, с вами Винди, и сегодня мы с тобой поиграем в Харарец. Харарюшку-харарюшеньку. Сегодня мы с тобой поиграем в игру под названием The Beast Inside. Это ужастик, по которой говорят, что он прям просто зашибенский, говорят, что он очень страшный. Я слышал, что ты хочешь ужастиков. Я слышал, что многие пишут в комментариях, что... Да и не слышал, я видел. Слышь, ты дверь закрой. Дверь закрой. Закрой дверь. Закрой дверь. Молодец. Я, короче, слышу, что хочешь ужастиков, поэтому сегодня будет два ужастика по одной игре. Короче, мы сегодня с тобой поиграем The Beast Inside. Я знаю, что она достаточно долгая, поэтому я разделю ее на несколько видосов. Может быть, даже на три. Три видоса по одной игре, ебой. Нажми любую кнопку, чтобы продолжить. Окей. Зачем было писать «нажми любую кнопку, чтобы продолжить», если можно просто продолжить? Я прошу тебя, пожалуйста. Пожалуйста, оставь меня в покое. Ну, девушка, я просто на свидание тебя пригласил. Ну, что ты начинаешь? Что я сделаю тебе? Что ты хочешь? Свиданку, ну что ты? Ты хочешь денег? Ну, почему все они так, а? Ты можешь иметь все, что хочешь, пожалуйста. Я больше, я никому не скажу. Ты носишь маску, я... Я не знаю даже, как ты выглядишь. Поверь, ты не хочешь этого. Мой муж, Адам. Он вернется в любую минуту. Нет, нет. Нахер тебе топор? Женщина, догадайся. Дрова рубить пойду. Я прошу тебя, пожалуйста. Я прошу тебя. Адам. Адам, пожалуйста, помоги. Адам. Адам. Ган. Адам, пистолет. А, я не знаю. Я не знаю, у меня... Что? Запись? Одна неделя назад. Ладно. Мы сейчас с тобой все обсудим. Давай сначала видео посмотрим. Блин, это как, знаешь, в каких-то типичных таких фильмах. После большого ужастика. Обычная такая расслабушечная музыка. Я уже знаю слова этой песни. Ух ты, новые слова. Графоний неплохой. Я так рада, что мы выбрались из этого города. Вау. Мы скоро переберемся, это делает нам хорошо. Однажды ты поблагодаришь меня за это. Я надеюсь. Нет, жена, ты поблагодаришь меня. Ни за что. Нам хана! Я не хочу долго идти до заправки. Немножечко пройдешь, и гора сделает все для тебя. Хорошо. Запах здесь хороший, плюс ты похудеешь. Так! Я работаю над этим. Я не толстый. Я просто на массе. Мы наконец-то здесь, Адам. О, это так великолепно. Ну такое. Конечно. Ну не знаю. Похоже, компания до нас сюда пришла. Давай работать. Мани все умрут, они все умрут, их убьет здесь маньяк, па-па-пам. А, я не знаю. Я не любитель таких, ой, не глюч, ой, не глюч, фух. Если игра будет чуть подлагивать, тогда сорян. Можешь не... Жена! Походу я женился на флеше, едите, она только что была здесь и вдруг пропала. Короче, я не знаю, я любитель города. Я не любитель всех этих деревенек, всех этих гор, всех этих вот этих вот... далеких помещений, я их не любитель. Что за хрень здесь? Твои носки лежат там? Не знаю, не знаю. Вот, я любитель больше таких городских. Какой ты зануда. Что? Говорит, возьми их, пожалуйста, наверх. А ты не могла же на это сначала сказать? Вообще, где ты? Хрен ты там закрылась. Недоступна в этой версии. Жена, ты там переодеваешься? Голой, ты недоступна в этой версии? Ну ладно. А, короче, нам нужно перенести все предметы наверх. Вон он вверх. А как я туда заберусь? Жена, куда ты спряталась и почему ты закрылась от меня? Мы только приехали сюда. Какого хрена? Ты уже от меня прячешься. Давай я... О, я взял хук. Ништяк, будем хукать. А, я могу таскать предметы. Пойдем со мной. Пойдем со мной, мистер... тарелка. Пошла вон отсюда. Ты мне не нужна. Так, я могу? Я могу. Я могу? Я могу. Тяни. А, вот оно как. Окей, доставай. Отлично. Давай. Хорошо. Жена! А, жена! А почему я за всем должен работать? Закрыто! Дорогая, у тебя есть ключи для этого?
проверь, готов, кухню. Ты что там спрятал? Так, подожди, коробка, проверь. Не могу. Давай в окно посмотрим. Жена! Жена! Ну мы, между прочим, с тобой в отношениях, можешь уже и не закрываться, как бы. Нет, все равно нельзя. Хер ты там делаешь? Ты только, мы только приехали, уже закрывайся от меня, ну вообще обалдеть. Вот, я не любитель таких вот городов. Пиццу хавали. Я не любитель еще и здорового питания, судя по всему. Вот, и я больше люблю... Точнее, я не любитель таких вот заброшенных, далеких от всех людей помещений, городов, домов, вот. Я больше люблю городские такие дома. Она сказала, проверь в гостиной. Ну вот это типа гостиная, да, похоже на нее. Значит, ключи должны быть где-то... Тут уже пиццу кто-то жрал. Тут, по-моему, бомжи до нас уже пришли, потусили и кучу своих коробок раскидали. Записи, которые я читать не могу. Так, лестница, если вдруг нужна будет. Так, я понял. Мне нужно, похоже, где-то здесь все это найти. Здесь? Нет. Окей, закрываем. Щуби-ду-бап, щуби-ду-бап, щуби-ду-бап. Так вот, да. Я тебе рассказывал важную инфу про то, что я не люблю такие города. Вот. Не здесь. А раньше-то я об этом молчал, да? Я не вижу этого здесь. Оно не здесь. Хорошо, я оставил их в машине. Ты не могла сразу сказать? Господи. Кого я себе в жены взял? Мало того, что флеш, так еще и теряет предметы. Так вон он, по-моему, ключ. Это ключ? А, я понял. А раньше я не мог этого открыть, походу. Вот, я постоянно отхожу от темы. А ты любишь такие вот дома? Вот ты бы хотел себе дом где-нибудь вдали от всех? Бухнем? Отлично. А ты бы хотел где-нибудь дом вдали от всех? Я бы нет, наверное. Не, ну вообще прикольно, наверное, иметь дом, в принципе, знаешь. Но не прям не городской. Да где ключи, мать их? Не просто ж так я это открыл, правильно? А, вот он ключик. Ключик в кладовку. А, вот он. Так, коробка. Шва вон от меня. Погнали. Вот, и да. То есть, здесь, конечно, прикольно, что свой дом. Но нахрена мне такой большой дом? Типа, я же живу-то, вот у меня комната есть. Еще одна комната, где спать, и все. Мне лично нафиг ничего не нужно. Все, что нужно, можно найти на улице. Че это за коробка? Че это здесь так много коробок? Я могу все открывать. Немного напоминает... Отвались! Немного напоминает... Как его зовут? Амнезию. Нож. Слышь. Чук-чук-чук. Жена. Жена, куда ты там спряталась? Так, ладно, вот только кидать ножи не надо, ты себе порежешь. Так, слушай, вообще, у меня после этого моя поясница, моя спина, мое все будет страдать. Потому что... Положу эту коробку к остальным. А где остальные? Это здесь? Вот это остальные? Ну, положу сюда. Вот, таскать в кладовку коробки, которые дофига, наверное, тяжелые. Жена моя меня вообще не щадит. Она мало того, что стебает меня, стебет меня за мой вес, так она еще и заставляет меня таскать коробки. Наверх. Или вот сюда их нужно. Я не знаю. А он сказал, положу коробки к остальному. Оп, подожди. Посмотри, что это у нас здесь есть. Вау. Ну-ка, давай. Мне нужно прай, чтобы открыть эту. Это прай? Нет, это не прай. Хотя этим тоже можно было бы раздубасить. Просто берешь вот эту шнягу и просто бьешь. Просто бьешь. Так, где-то здесь должен быть ломик или что-то такое. Что такое? Парень домогается до женщины. Статуэтка без смс, смотри, без регистрации. А может быть здесь? А, во. Оп, ломик. Ништяк, бери ломик. Все, теперь я немного Гордон Фриман. Если вдруг кто-то будет на меня возникать, я могу его сломать. Топор! Почему главный герой не берет топор? Не помешает в хозяйстве никогда топор. Даже если ты разговариваешь с девушкой. Money. В любом разговоре топор будет, знаешь, таким сильным аргументом. В любом споре. Что это мы там нашли? Какая-то... Книга? Книга? А, нет, это коробка. Так, игра. Спокойно, не могай. Ну, давай. Это по часть комментариев на Войну Галов. Войны Галов, написанная Юлиусом Цезарем. Я считал, когда я учил латынь, вау, я еще и умный. Я вижу, что некоторые буковки отличаются от других. Поверни, чтобы читать сообщение скрытое. Подожди, я хочу читать сообщение скрытое. А, окей, ну-ка. Да давай ты поверни, я тебе говорю. GC, Юлиус Цезарь инициалы. Но почему кто-то написал, что они равны? J равно C. Подсказка.
Растовосите вот эти вот буковки из паршумента Цезаря. Вот это, я так понимаю, паршумент Цезаря, да? Так, и теперь вот эту хреновину. И теперь, не знаю, вставь их. Первая буква Г. Я думаю, что это шифр Цезаря, ну тогда. Это сдвиг. Это сдвиг по шифру Цезаря, да? Я правильно понял? Сдвиг по шифру Цезаря, и G равно C — это наше начальное. Я понял. Г, Х, П, А, О. Это у нас наши буквы, которые есть, да? И теперь мы должны все это сдвинуть. По идее, как шифр Цезаря работает? Короче, вот это почему и с Цезарем связано. Мы подставляем одну букву другой, то есть J равно C. И после этого мы при помощи вот этой вот шняги, которая крутится, мы подставляем буквы, и таким образом мы расшифровываем. Можно вообще делать сдвигом, но... Окей, значит, у нас O — это H. G, H, P, A, O. O — это Х, А — это Т, Т, Х. Так, что там? Г, Х, П, А, О, П. П — это... П. И. Значит, Итх, Итх, Ситх. Г, Х, П, Г, Х, Х теперь. А. Значит, А, Итх. А, Итх. И Г. Г-г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 . З. З. Зайк. Зайтх. Зайтх? Подожди. Зайтх — это правильный ответ? Вообще... Здесь... Так, ладно, давай. Х. Т. Т. Х. Т. Да, 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 Ритя! Будет Т. 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 И. А, и, я тебе говорю. И. Теперь итх. А, вот. И теперь Z. Здесь нет Z. Faith? Они ошиблись, походу. Они ошиблись. Они ошиблись, авторы игры. Потому что здесь должна быть... Может, здесь есть какая-то другая буква подчеркнутая? Г, Х. Ну, просто вот это Г. Ну, оно как бы подчеркнутое. Ну, ладно, хпао. И типа F ты должен был уже сам подобрать. Окей, я понял. Шифр Цезаря стабильный, но вот это G меня запарило. А, ключ. Но что он открывает? Ну да, раз есть ключ, значит он что-то открывает. Мы с тобой найдем. Мы с тобой найдем, что он открывает, не беспокойся. Владение Николаса. 27 сентября 1864 года. Это место выглядит так же, как в тот день. О, сразу мозг наш, так вот, размяло. 27 сентября 1864 года. Это выглядит так же, как я покинул его. Много лет прошло с того момента. Только тишина позволяет мне отличить прошлое от настоящего. Возможно, лучше всего будет об этом не думать. Я лучше все проверю, становится темно, я лучше пойду зажгу везде свечи. Мне нужно найти все свечки для того, чтобы зажечь, пока есть время. Возможно, хорошая идея — все записывать. Они говорят мне, что надо записывать, поэтому я буду записывать, они все знают. Вот, вот, теперь хоррор становится хоррором. Незнакомый... Ой, вот этого вот не надо. Вот никаких незнакомых гостей ко мне не надо. Слышь ты, жмых, а если у тебя закончатся твои свечки? Так, короче, мы отправились в прошлое. Мы сейчас с тобой взяли и отправились в прошлое. В глаза того чувака, чье только что мы нашли... Чью только что мы нашли... Дневник, у меня уже все, у меня мозг уже тупит. Это бывает. Опа, какая-то запись. Исследовать. Мой отец и его ассоциация. Раз ранние дни всей этой шахты. Сзади скрытое сообщение. Зед, показать текст. Якоб Хьюдж и Джордж Фитхед. 1864 год. Ой, 1840 год. Окей, класс. Ну здорово, чё. Я рад за них. О, привет. Как это парень сыт. Он просто берет и сыт в этот... В... Короче, куда-то он сыт. Ему хорошо. Что это у нас? Я ничего не вижу. Включите свет! Свет! Вот, отлично.
Насколько же страшно было в то время жить, а? Везде холодно, везде темно, везде плохо. Мой отец купил эту землю ни за что. Его друг Джордж Нортон подписал документы, и дело было сделано. Вот как они дела решали тогда. Проверни, чтобы почитать сообщение скрытое. Отец знал, что было в земле, и ему нужен был кто-то, кто построит здесь шахту. Это когда он встретил Джорджа. Позже они построили здесь таверну, и получили с этого кучу бабок. Хорошие старые дни, я полагаю. Бать! Ты, походу, здесь создал, не знаю, демонов каких-то. Сказано ж, он знал, что происходит в земле, что под землей. Значит, под землей что-то плохое, правильно думаю, да? Пойдем наверх. Это ж мой дом, чем мне здесь... А, ну да. Я хотел сказать, это ж мой дом, чем мне здесь бояться, но я вспомнил, чем мне здесь бояться. Незваного гостя, вот кого. Незваные гости, они такие. Живешь, живешь, никого не трогаешь. Херакс! Незваный гость. Здравствуйте, приехали, все. Теперь я заселяюсь в ваш дом. Скажет мне незваный гость. Так, давай, я буду делать то, что он мне говорит. Надо здесь поджечь все письма. Ой, все свечки. Мой отец и я перед его таверной. Прочти сзади. Отец судил меня за то, что я не стоял рядом и корчил рожицы. Но по факту он тоже не мог стоять на одном месте, как все видели. Он бил меня, даже если я этого не заслужил. Плохо, 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 плохо. Батя, у него походу был не очень хороший. Да? Мистер Стол? Пойдем со мной. Мистер Стол, ты тяжелый. Пошел туда. Жирный, жирнел Мистер Стол. Вообще обалдеть. Ладно, пойдем на улицу, наверное. Блядь! Что это было? Хер ты такой спокойный! Я думаю, это было сзади, сверху было, там. Жена моя упала, что ли? Так, ладно, пойдем. Чё пыришься? Не смотри на меня таким взглядом. Я знаю, что испугался, ну и что? Ты бы тоже испугался, если бы не был картиной. Это гость? У меня есть фонарь! А, окно. Я давно говорил, что окно должно быть починено. Сраные вороны! Ты потерян? Я потерян! Окно-то почини, дурачок. Все, закрыли. Фу, народ, пока что на этом все. Я надеюсь, вам понравилось. Подписывайтесь на новое видео, оставляйте свои комментарии. Мы с тобой сразу продолжим проходить эту игру. Я не люблю делать сильно долгие видео. Я не знаю. Слишком я вошел в атмосферу, и оно прям как пробило этими скримерами. Обожаю, блин, скримеры. Ладно, я надеюсь, тебе понравилось. Пока-пока-пока, удачи и до скорого.